прежде чем приступить к сегодняшней лекции, я хочу сделать два замечания по поводу предыдущей. Первое замечание такое. Я на предыдущей лекции строил клеточную теорию гомологии. И я сказал, что это функтор из категории клеточных пространств в категории градуированных аггрегатных групп. Это, между прочим, правда. Но, значит, когда я хотел на пальцах объяснить, как это доказывается, я сказал некоторую глупость. Я сам себя обманул и сказал некоторую глупость. Но, к счастью, мне не удалось вас обмануть. Вот. И было замечено, что то, как я предлагал строить в соответствии морфизм из одной категории, морфизм второй, не получается. Однако, если сузить эту категорию и рассмотреть такие клеточные комплексы, такую категорию клеточных комплексов, где морфизмы это обязательно не просто обычные морфизмы, а еще к тому же отображение клетки в клетках, тогда, значит, действительно элементарно и легко это все делается. Значит, первое замечание. Второе замечание, я хотел немножко остановиться на том, чем отличаются гомологии от гомотопических групп. Значит, гомологии. Гомотопические группы. В гомологиях имеется понятие цикла. В теории гомотопических групп имеется понятие сфероид. Значит, сфероид это отображение полимерной сферы. Это отображение сферы в данное пространство. Теперь N-цикл это такой элемент группы циклов, что его граница группы цепей, его граница равна нулю. Вот. Значит, это в каком-то смысле что-то похожее между этими двумя вещами есть. Теперь здесь основное отношение эквивалентности это гомологичность. Что значит, что два цикла гомологичны? Это значит, что существует такой цикл, такой элемент группы цепей на единицу размерности больше, что его дифференциал, двухграничный оператор, есть значит, C1 гомологично C2, если существует такая цепь, граница которой есть разница между этими двумя предметами. А как обстоит дело здесь? Здесь, значит, сфероид определяет один тот же элемент гомотопической группы, если существует гомотопия, значит, Sn на отрезок, x такая, что значит альфа это есть f. Ну, давайте я тут поставлю букву t, f0, это так. Значит, чем
эти, чем эти вещи похожи, в общем, они как-то похожи, да? Значит, цикл это что-то, значит, не имеет границы. Сфероид это такой цикл, у которого как бы он получился из испорченной сферы. Гомологичность это значит, что и пленку можно натянуть на эту пару циклов. А гомотопность здесь означает, что можно натянуть такую простейшую пленку, то есть вот такую вот пленку можно натянуть. Сейчас я хочу привести два примера, которые показывают, чем эти подходы различаются. Значит, пример один. Вот давайте в евклидовом пространстве рассмотрим такую штуку. Вот мы из евклидового пространства выбросили ось Z, и здесь выбросили окружность такими двумя полосами, уходящими в бесконечность. Вот, теперь нас интересует поведение, значит, двух таких циклов, они же сфероиды. Вот, интуитивно ясно, доказывать я это не собираюсь и не собирался, что как сфероиды эти два цикла не гомотопны. То есть это разные, им отвечают разные элементы гомотопической группы одновременно. В данном случае фундаментально. С другой стороны, эти сфероиды как значит элементы одномерной гомологической группы, они гомологичны. И это, значит, можно нарисовать таким вот образом. Что я нарисовал, да? Значит, вот такой сложенный дырка на краях. Он представляет из себя пленку, которая соединяет вот эти 20. Вот эту, вот эту, вот эту сторону. Значит, эти вещи гомологичны. Теперь второй пример. Давайте рассмотрим РП2. Тогда мы знаем, что H2 от РП2 равно нулю. Однако, если мы рассмотрим такой вот сфероид, на накрытие РП2 двумерной сферы, то нетрудно показать, что он не гомологичен нулю. И поэтому И2 от РП2 равно нулю. Вот. Это просто иллюстрирует, что как отношение эквивалентности, оно не одинаковое, оно так и само понятие, значит, цикла и сфероида принципиально отличаются. Вот все, что я хотел сказать про прошлую лекцию. Сегодняшняя лекция называется
социальной идеологии. И в отличие от предыдущей, это будет уже строгое изложение некоторой теории. На предыдущей лекции я вам обещал, что часть доказательств будет отсутствовать, и часть вещей будет так только намечена, а здесь я постараюсь вполне строго и подробно рассказать, что такое симуляционная теория гомологии. Многие авторы предпочитают курсы топологии 2 начинать именно с изложения симуляционной гомологии. Так, например, сделано в замечательном учебнике Прасова, который, по-моему, так называется теория гомологии, редакция по теории гомологии. Вот он сначала начинает с элементы теории гомологии. Элементы теории, спасибо. Значит, мы начнем с чрезвычайно важного понятия для теории гомологии. Это цепные комплексы. Значит, что такое цепной комплекс? Значит, это, можно сказать, это не самое основное понятие гомологической алгебры. Это понятие алгебраическое, никакого отношения к топологии оно не имеет. То есть оно имеет отношение, но оно чисто алгебраическое. Значит, цепной комплекс Abelbergruppe — это такая бесконечная последовательность гомоморфизмы, которые тут обозначены стрелками, называются дифференциалами. Обычно обозначаются таким G-кругом. Значит, C и это все Абельевы группы. Дельта и гомоморфизмы. Главное, что здесь требуется, это требуется, чтобы для любого n, если мы сначала делаем дельта n плюс 1, а потом делаем дельта n, то получаем 0. То есть вот эта композиция дифференциалов, любой элемент этой Abelbergruppe приводит в ноль. Это, естественно, эквивалент такому определению, что ядро Dn содержит образ Dn. Значит, такая вещь называется цепным комплексом. Значит, что про них можно сказать? Ну, естественно, как любой порядочный объект, это объект некоторой категории, и поэтому следующий шаг состоит в том, чтобы сказать, что такое морфизм. Что такое морфизм? Это то, что вы думаете. Значит, пусть имеется такие гомоморфизмы, вертикальные есть,
комплексы все идеально. Комплексы. Ну, то, что вы сказали, если бы я вас попросил определить понятие цветного комплекса. Ну, совершенно понятно, что такое тождественное отображение, то есть не отображение, а тождественный морфизм цветных комплексов. Понятно также, что такое композиция цветных комплексов, я это говорю. Вам это ясно. Теперь оказывается, что цветные комплексы имеют гомологию. Кстати, значит, как человек, у которого геометрическое воображение сильнее, чем алгебраическое, я, когда думаю о цветном комплексе, я сам для себя мысленно рисую такую картинку. Здесь у меня имеется fn плюс 1,
это dn плюс 1, это dn, это другой dn плюс 1, ну и мы точку представим, он относится к другому цепному кадру, и штрих у тебя, еще штрих, ну это штрих n, значит это fn, это fn минус 1, значит, чтобы построить, значит, f со звездочкой, который должен быть гомоморфизмом hn от x и x от c по hn от c штрих. Что мне нужно делать? Во-первых, мне нужно доказать, что цикл, то есть элемент отсюда, переходит в цикл. Но это очевидно, потому что, вот смотрите, возьмем цикл отсюда, значит, пусть он перешел не в цикл, тогда, значит, так, пусть здесь у меня имеется цикл С. Тогда dn от c равно нулю, и дальше в силу того, что f гомоморфизм, dn от c, а потом f от n минус 1 тоже равен нулю. Теперь применим fn к c. Значит, если это не ноль, цикл гомологичный. Как это сделать? Значит,
Ну, когда мы тут доказывали вот эту первую часть, что цепь переходит в цепку, мы бегали по этой части диаграммы. А сейчас диаграммный поиск, естественно, вести с этой стороны. Значит, посмотрим на этот элемент Е. Он вот здесь же. Он переходит в какой-то элемент Е штык. Значит, Е перешел в Е штык. Теперь вычислим dn плюс 1 штрих от Е штрих. Значит, он должен равняться чему-то. Ой, как я не могу по доске заниматься диаграммным поиском. Значит, есть штрих. Значит, так, значит, меня интересует, значит, это есть D, значит, это есть F, вот есть F, N плюс 1, вот есть штрих, которому мы применили D штрих N плюс 1. При локомотивности диаграммы я могу поменять местами. И тогда я получу F, N плюс 1, D, значит, только сейчас, значит, у меня вот это, есть вот это. Границу, которой есть разница вот этих, и я доказал гомологичность этих двух циклов. Значит, вот это занудливое доказательство корректности, вы должны довольно быстро привыкнуть такие вещи делать быстро, четко, и быстрее, чем я это делаю. Человек упёс на своей тупости, особенно удастся. Потом, значит, мы будем делать значительно более симпатичным в следующем занятии, симпатичным решать задачки с диаграммным поиском. Ну вот пример простой. Так, это я сказал, что такое индуцированный гомоморфизм гомологических групп двухцепных комплексов. Чем он индуцирован? Он, естественно, индуцирован морфизмом цепных комплексов. Так. Сейчас на время забудем про алгебру и перейдем к геометрии топологии. Что? Специальное пространство. Это пространство, составленное из симплексов. Что такое симплекс? Значит, одномерный симплекс – это точка. Одномерный симплекс – это отрезок. Двумерный симплекс – это вот такой прямоугольник.
Трехмерный синтекс. Это такой вот тетраэдр. Вот. А вообще, значит, если мы возьмем линейную оболочку, значит, нуля и единичных векторов, то это и есть n-мерный синтекс. Означаем вот так. Вот. Теперь, значит, что такое симплициальное пространство? Это объединение симплексов. Значит, что такое, здесь это как бы канонические симплексы, а что такое n-мерный симплекс? Это нечто гомеоморфное с фиксированным гомеоморфизмом дельта n. Значит, что это значит для самого симплекса? Это значит не только, что симплекс топологически эквивалентный n-мерному диску, а он имеет значительно большую структуру. В нем выделены вершины, в нем выделены грани. Более того, он сам обладает линейной структурой. То есть этот гомеоморфизм, он очень кривой, этот симплекс, какой-то там в топологическом пространстве. Например, если мы на симплексе разбили сферу, то все эти симплексы очень кривые. Но они все равно снабжены линейной структурой. То есть она переносится этим гомеоморфизмом из канонических симплексов. При этом, значит, это действительно будет симплициальным пространством, если выполнены три условия. Значит, первое условие — триангулируемость. Оно состоит в следующем. Сейчас я хотел бы написать так, как у меня написано здесь. Значит, всегда сигма n и пересеченная сигма m g всегда есть грань обеих симплексов. Значит, давайте нарисуем картинку. Вот два двумерных симплекса, у них общая грань. Вот это иллюстрация, что может тут происходить. Вот. Я не сказал, что такое грань. Скажу, что такая грань вот здесь. Значит, симплекс задается такими вот точками в трехмерном пространстве. Значит, если я выброшу какую-то из этих точек, то есть я нуля обозначаю нулевой вектор. Значит, если я выброшу какую-нибудь точку, скажем, и, да, значит, птичка над этой точкой, значит, что я ее выбросил. То есть я рассматриваю уже не n плюс одну точку, а n точек. И беру линейную оболочку. Вот этих уже n точек. Это называется n-мерная грань, n плюс одномерного симплекса. Если я выброшу две точки, то это будет n минус одномерная грань и так далее. Нульмерная грань — это уже вершина, когда все выбросили, кроме одной точки. Вот. Еще нам будет удобно считать, что у каждого симплекса есть грань размерности минус 1. Вот. А именно что?
административная. Но это надо, чтобы одна координата была. Нет. Значит, шутка в грани одна на n минус 1 у симплекса. Ну, пустое множество, конечно. Вот. И мы договариваемся, что пустое множество является грань и того, и другого. Но это зачем нужно? Это нужно для тем, что вот если два симплекса не пересекаются, там что-то такое другое, и два симплекса не пересекаются. И тогда я все равно говорю, что у них они пересекаются по общей грани, а именно по пустому множеству. Уж извините за так. Второе. Это у меня называется, значит, как это называется? Это называется полнота. Предполагается следующее. Если ИНЖ грань сигма Н И, то тогда сигма Н И симплекс. Значит, это можно было бы не говорить, но иногда рассматривают открытые симплексы, то есть симплексы без границы. Вот. Соответственно, здесь нужно брать внутренность вот этих объектов. А тут, значит, важно, чтобы у всякого симплекса, и любая его грань тоже была симплексом, его симплекс одного пространства. И последнее, это локальная конечность. Дальше следующее. Если, значит, любой симплекс является гранью не более, чем конечного числа. Значит, что, о чем говорит вот эта аксиома? Ну вот, например, мы можем рассмотреть такую вот книжку. Которая очень много страниц. И тогда вот эта грань одномерная будет, значит, гранью очень многих. Но я разберу, будет грань очень многих симплексов, но все равно в конечном числе. А вот такую книжку с бесконечным количеством страниц я, конечно, могу рассмотреть, но это не будет симплицарное пространство. Так, дальше про симплицарное пространство. Симплекса. Я сейчас скажу неформально, потому что в общем случае мне это сегодня не будет требоваться. Это набор симплексов, который представляет из себя симплицарное пространство и полностью заполняет этот симплекс. Вот. А мне потребуется только полицентрическое подразделение. Значит, ну вы хорошо знаете, что такое полицентрическое подразделение. Нумерного симплекса. Вот это значит уже в школе. Вот. А как делается полицентрическое подразделение нумерного симплекса? По индукции. Значит, мы берем его полицентр. Что такое барицентр? Это понятно, это центр тяжести. Вот. Берем барицентрические подразделения всех граней и строим конуса над, значит,
подразделениями, исходящими из полицентра. То есть вот двумерный картинок, вот полицентр, вот я подразделил полицентрические мои одномерные грани, теперь я друг на сам, вот этими синтезами, просто получается есть полицентрическое произведение двумерного синтекса. Данный синтекс точно так же определяется полицентрическое произведение двумерного синтекса. Точно так же определяется план дикции. Так, и значит насчет симуляционных пространств я сформулирую два утверждения. Значит, теорема симуляционной аппроксимации. Она состоит в следующем. Пусть x, y, давайте я сразу напишу так. Пусть f отображение x, y симплициально. Да, я, значит, допустил непростительную ошибку. Я ввел приличные объекты и не сказал, какие там морфизмы соответствующие последовали. Значит, морфизмы такие. Это такие отображения, которые линейны на каждом симплексе по отношению к той линейной структуре, которая во всех симплексах присутствует. При этом симплекс какой-нибудь размерности имеет полное право линейно перейти в симплекс меньшей размерности. Но никакими изощрениями нельзя линейно перевести симплекс, значит, на данной размерности в симплекс более высокой размерности. Так. Значит, пусть имеется, значит, простите, непрерывное отображение симплициальных пространств. Тогда для любого эпсилона существует Fn n кратного полицентрического подразделения одного пространства, n кратного подразделения второго, значит, это отображение симплициально. И обладает тем свойством, что Fn минус F меньше, чем эпсилон. Что это значит? Ну, любое симплициальное пространство, очевидно, имеет метрика. Вот. И это в этой метрике никакие две точки, значит, не уходят друг от друга на никакая точка не уходит. Значит, ну, f n от x, значит, расстояние от f, f от x всегда меньше этого эпсилона. Значит, вот просто словами, любое непрерывное отображение симплициальных пространств аппроксимируется симплициальным отображением. Но это только первая часть теоремы. А вторая часть такая. Значит, опять, пусть f x y отображение симплициальных пространств
наоборот, существует такое абсолютно. Если только f n минус f отличается меньше, чем на эпсилон, где fn, я лучше не буду повторять, это синтезарное отображение, то тогда fn домотопно словами, гораздо может получать, это можно было сказать так, что если у нас имеется непроводное отображение симплицарных пространств, которые достаточно близко аппроксимируются симплицарными, то эти два отображения обязательно являются домотопными. Значит, мне кажется, что в прошлом семестре первую часть этой теоремы я то ли хотел доказать, то ли доказывал. Во всяком случае, в этих самых лекциях, по-моему, доказательства приводятся. В любом случае, я сейчас доказывать ее не хочу. Зато сформулирую еще одну теорему, которая называется теорема о полиэдральной реализации. Значит, что говорит эта теорема? Она говорит, что если x симплицарное пространство размерности n, а что такое размерность симплицарного пространства? Разумеется, это размерность самого высокомерного ее синтекса. Тогда существует p от x, лежащий в r 2n плюс 1, где вот это есть полиэдр, соответствующее Евклидово пространство, которое разбито на симплексы, и эти симплексы являются прямолинейными симплексами, то есть линейными образами вот канонических симплексов, которые там наверху обсуждаются. Значит, эта теорема доказывается не очень сложно, но я никогда ей не буду пользоваться, поэтому доказывать я не собираюсь, и привожу как справку. А теперь скажите мне, почему мне вдруг потребовалось такое большое число n плюс 1? Это нечетное пространство. Потому что мне ничего не вкладывается? Что с тобой? Может, потому что мне ничего не вкладывается? Да. А ты нет? Что? Проективно. Ну зачем? Так сложно. Гораздо проще. Граф. Да, какой? Ну, например, К3 дома, три колодца. Никак не вкладывается в плоскость. Складывается только в трехмерное пространство. Очень хорошо. Так, на этом как бы кончается первая половина этой лекции. А сейчас я хочу сделать такое общее замечание по поводу стратегии построения топологических теорий. Значит, что мы будем делать дальше? Значит, мы уже умеем
цепному комплексу. Значит, категории цепных комплексов я буду обозначать СЦ. Мы умеем строить функтор в категории, значит, градуированных агрегатных групп. Вот. Следующий мой шаг будет состоять в том, что из категории симплициальных пространств, которые я обозначаю СС, мы построим цепной комплект. Это следующий шаг. Но это представляет из себя общие конструкции. Если я начинал от категории клеточных пространств, я бы тоже построил, я, собственно говоря, сделал цепной комплекс соответствующий. Далее мы будем изучать сингулярные гомологии. Значит, они определяются для любого топологического пространства. Тоже мы будем строить комплекс. Далее мы немножечко поговорим про чеховские гомологии, которые тоже определены на топологических пространствах. Это Чех. Ну, бывает много других топологических теорий. Одной из них, которые я не буду вам рассказывать, придумал я когда-то, давно, это категория так называемых пространств толерантности. А именно это некоторое множество, на котором дано бинарное отношение, которое рефлексивно и симметрично, но не транзитивно. Отсутствие транзитивности как раз и есть в некотором философском смысле наличие нетривиальных гомологий. Вот здесь тоже, значит, строится вот такая пещнатия. Вам рассказывать не буду. А как они называются, такие гомологии? Что? А как такие гомологии называются? Значит, для них нету специального названия. По понятию пространства толерантности придумал такой английский математик Зиман, довольно известный по другим своим достижениям. Вот. На теории гомологии построил я, а никакого названия она не имеет. Она не бессмысленная, она имеет приложение к приближенным вычислениям, но это нас здесь не интересует. Значит, теперь я сделаю то, что было обещано в стратегии. Я по, значит, из категории специальных пространств построит функтор в категорию цепных комплексов. Значит, как я это разобрал. Это очень просто, но предварительно мне нужно объяснить, что такое ориентированный симплекс. Значит, ориентированный одномерный симплекс – это отрезочек, на котором нарисована стрелка. Ориентированный двумерный симплекс – это треугольник, на котором нарисована стрелка. И так далее. Значит, немножко сложно обстоит дело с нольмерными. Тут стрелку не рисовать. Поэтому ориентация – это выбор одного из чисел 0 или единицы. Вот если мы на точке написали 0, значит, это одна ориентация. Если написали единицы, это противоположная ориентация.
теперь, как обстоит дело с нервным симфизом? Значит, нервный симфиз, значит, он имеет вид V0, V1, Vn. И, значит, давайте мы это переставим. Одинаково ориентированы. Вот. Если делается нечетная перестановка, то тогда они ориентированы противоположно. Вот. Тем самым возникают две ориентации. Значит, физики умеют считать, что какие-то ориентации положительные, а какие-то отрицательные. Мы математики этого не понимаем, мы не можем понять, потому что это никакого математического смысла не имеет. Это там по всякие левые, правые винты и все такое. Это не математические понятия. Но нам не важно, какая ориентация положительная, какая отрицательная, нам важно, какие ориентации одинаковые, какие противоположные. Так, значит, теперь, значит, я сейчас буду рассматривать пространство, специальное пространство. И каким-то образом сориентирую все синтезы. То есть на самом деле, если я уже был бы совсем педантичный, я бы сказал, что вот перехожу в другую категорию, не буду я это говорить, значит, я просто рассматриваю симплициальное пространство с ориентированной симплицией. Кстати, все-таки если переходить к такой категории, то совсем не нужно требовать, чтобы морфизмы сохраняли ориентацию. Больше это бессмысленно, когда это не надо сразу. Так. Теперь, значит, я определяю цепной комплекс Cn. Вот, и по определению это есть множество всевозможных таких сумм. Он уже дан с некоторой фиксированной ориентацией. Вот. Теперь, что же мне делать дальше? Дальше, естественно, если у меня есть симплициальное отображение из этих цепочек, то тогда я этому хочу сопоставить гомоморфизм с оно равняется там
сумма, полутисима. Так, теперь, значит, я ему сопоставляю, значит, такой цепь, а, только я, простите, забыл про коэффициент цепи. Я ему попросту сопоставляю то, что вы хотите, то есть я ему сопоставляю цепи от F, от, пусть будет F. Где-то нужно понимать так. Значит, если f от сигма n i представляет из себя n-мерный синтез, тогда я так и пишу. Значит, то есть вот под этой суммой здесь уже возникает вот образ этого синтекса. Если f от сигма n i значит равняется какой-то синтекс меньшей размерности, то полагаю забита нуль. То есть если синтекс отобразился, синтекс меньшей размерности, то тогда из цепи, из образа цепи он, значит, его образ цепи исчезает. Так, это, значит, я построил, предъявил понятие морфизма, соответствующего морфизму специальных пространств категории цепных комплексов. А теперь мне нужно сделать самое главное. Это построить дифференциал. Дифференциал, который c над x отображает в d в c минус 1 над x. Как это делается? Значит, это делается так. Пусть c у меня имеет вид сумма за три сигма n i. Вот тогда я это перевожу в d от по определению равняется на сумму z i d от сигма n i, и в свою очередь нет, это можно написать так, как z i на симплекс у меня ориентированный, поэтому у меня вершины в определенном порядке. И здесь, значит, по определению это вот что такое. Это сумма за i по i, сумма по помню вот
самое главное. Индуцируется из ориентации синтекса размерности на единицу старше. И вот они берутся со знаками такого вот рода. Вот такое замечательное изобретение, что неприятно. Ну, можно интуитивно себе представить вот таким образом. Вот давайте нарисуем двумерный синтекс, у него есть ориентация. Что означают вот эти ориентированные грани? Значит, эти грани должны быть ориентированы вот так. Это называется индуцированная ориентация на грани. Вот. И мы их берем, но не их просто суммируем, а суммируем со знаком. В зависимости от того, какую вершину мы пропустили. Значит, вот такая вполне нетривиальная формула. И здесь имеет место великая и знаменитая Лема фон Карпа. Любого n, если я сначала сделаю dn, сначала делаю dn плюс 1, наверное. Нет, давай я сначала сделаю dn, а потом... сейчас. Значит, dn, а потом dn плюс 1. Равно нулю. Вот такая великая, замечательная теорема. Это то самое, что я в случае, когда я строил клеточную теорию гомологии, не пытался доказать, потому что там это очень сложно. То есть я, собственно говоря, элементарно это доказывать не умею, а мы умеем доказывать только с помощью сингулярной теории гомологии. Вот. Значит, здесь лемма доказывается совершенно очевидно. Давайте посмотрим. Вычислим. Значит, всего линейности достаточно доказать, что вот это примененное какому-то синтаксу, я уже не пишу его индекс, а давайте я даже сразу его напишу в виде набора вершин V0, V1, Vn. Вот это равно нулю, это достаточно. Кажется, вот так. А почему это так? Давайте посмотрим, что будет представлять из себя результат вот этой штуки. Значит, ясно, что мы должны в каждом симплексе сначала убрать одну вершину, и то, а потом на следующем шагу еще одну брать, допустим, битвы. Если вы внимательно посмотрите на эту формулу, то вы сразу увидите, что когда мы все это раскроем, у нас получится 2n слагаемых. Среди этих 2n слагаемых будет 2 слагаемых такие вот. Они появятся с противоположными знаками.
символы из противоположных знаки. Там иногда в ВИ бывает, если мы сначала убрали ВИ, а потом ВЖИ, который там дальше, эту же штуку мы получим, когда мы сначала берем ВЖИ, а потом ВИ. И тут получается сдвиг на единицу, поэтому знаки будут противоположны. Очень советую, значит, вместо этого правдоподобного рассуждения правильно посмотреть, что действительно так оно и происходит. Вот. Ну и все. Значит, раз я сумел построить такой, значит, действительно цепной комплекс, он цепной, потому что для него выполняется Лемов-Панкарай, тем самым построена теория гомологии как функтор, который сначала переводит симплицарное пространство, ориентированное синтаксами, в цепные комплексы, а потом в силу общей алгебраической конструкции она переводит цепной комплекс в аналогические группы. Чтобы все-таки эту теорию построить полностью, мне еще потребуется такое понятие относительные гомологические группы. Или давайте лучше сначала будем рассматривать основные цепи, значит, если имеется n-мерная цепь, то тогда не имеется так называемая относительная цепь. Здесь А симплицарное подпространство естественным образом. При этом, что такое цикл? Давайте я нарисую геометрическую картинку. Вот это у вас x, вот тут, допустим, у него a. Так вот, цикл отсюда, вот отсюда, это такая цепь, у которой граница лежит в А. То есть это не настоящий цикл. Вот. Эта штука не является циклом в X. Это не цикл в CNX.
Но если его граница лежит в А, мы это считаем циклом вот здесь. И соответствующим образом определяется группа домологии. Значит, H N под X A, как всегда, это циклы по границе. Что такое граница, это вы сами понимаете. Вот. Значит, пока ничего про относительные группы домологии я говорить не буду. Вы, наверное, догадываетесь, вспоминая лекцию про гомотопические группы, что наверняка появится точная последовательность пары, и в этой точной последовательности пары, конечно, будет фигурировать эти относительные гомологии, так же, как в теории гомотопических групп. Имеются относительные гомотопические группы. Но это будет только в следующей лекции. Сегодня этого не будет. Нужно пора кончать. Мне осталось два маленьких замечания для полноты картины. Значит, шестой параграф. Это у меня что? Гомологии произвольными коэффициентами. Значит, мы рассматривали HN под X. Там были произвольные, значит, там рассматривалась группа CN от X, элементы которые были целыми числами. Точно так же можно построить теорию гомологии, обозначается так, точка запятой, чтобы не быть с относительными гомологиями, G, где G любая абелевая группа, и строится она так, CN от X с коэффициентами в G. Это по определению множество всевозможных сумм и сигма-м и с коэффициентами ЖИ, где ЖИ выделяет мою адресную группу. И тут теория вся строится точно так же. Вот, зачем это нужно? Иногда это бывает очень даже нужно. Вот, например, давайте рассмотрим наше любимое пространство RP2. Значит, мы знаем, что его гомология равна нулю. Его целочисленная гомология равна нулю. С другой стороны, это нехорошо, потому что все-таки что-то такое двумерное у него явно не в порядке. Вот, нетривиально. Вот. Оказывается, что если рассмотреть вместо целых коэффициентов в этом случае группу Z2, то есть Z по 2Z, то есть группу из двух элементов, то тогда двумерные гомологии проективного пространства будут как раз равны этой группе. Вот. Еще вообще гомологии по модулю 2 очень часто бывают полезны, когда рассматривается неориентируемое, скажем, многообразие. Так. И самое последнее, что я сегодня хотел сказать, это так называемая аугментация. По-русски тоже употребляют это ужасное слово аугментация. Вообще по-английски слово augmentation значит увеличение. И действительно здесь идет речь о некотором увеличении. Значит, нас в данный момент интересует, как кончается
кстати, некоторые авторы предпочитают такие полуточные последовательности писать наоборот, то есть слева направо. И, наверное, концептуально это более правильно. Понимаете, писать так. 0, С0 бит, С1 бит, и так далее. Но я к этому не привык, и вообще в большинстве книжках все-таки пишу слева наоборот. Хотя, конечно, это неправильно. Так, значит, вместо такого окончания вот самого цепного комплекса мы перейдем к такому. Вот этой цепного комплекса. Значит, как он определяется? Собственно говоря, нужно только определить дельта 0. Значит, естественно, дельта 0 определяется так, как вы хотите. А именно, значит, это есть ZI сигма. Ну, я не буду писать в сигма, я сразу честно писать в I. В I это величина. И во что вы хотите, чтобы это перешло? Ну, все это засунули, конечно. Так. Ну зачем такое нужно? Просто иначе в некоторых формулировках, которые будут дальше, придется специально оговаривать, что в размерности 0 все не так. А если рассматривать аугментированные цепные комплексы, то оговорок говорить не нужно. Теперь через H с волной N от X мы обозначим гомологии аугментированные для n больше равно единице, это то же самое, что, что обычная группа гомологии, а в размерности 0 hn 0 от x всегда изоморфно, то есть наоборот, значит, h обычная h 0 изоморфно h 0 это еще ориентированно. Значит, теперь такая теорема, которая доказывает, мы будем доказывать, если хотите, значит, h0x тильда равно 0, тогда и только тогда, когда x связано, или что для специальных комплексов одно и то же, именно связано. Это очень трудно доказывать через гомотопии там как-то. Нет, это несложное произведение. Ну, сейчас у меня времени нет. Я, может, это давайте в следующий раз это докажу. Вот. Это же две точки гомотопные, где их можно соединить путем. Это не причем. Значит, если у вас имеются две точки, то вы
вы их можете в инверсальном комплексе соединить отрезками. Эти отрезки представляют из себя некоторую цепь, граница которой есть эти две точки. Вот и все. Собственно говоря, это то, что я сказал, уже почти что доказательство. Вот, так что это действительно просто. Не буду я еще раз рассказывать. Так, теперь что будет в следующий раз? В следующий раз я буду рассказывать дальше про синтенциальные гомологии и докажу их основные свойства. Правда, вначале нам придется заняться немножко гомологической алгеброй, и будет сформулированы и оставлены вам в качестве упражнения целый ряд тривиальных лем из гомологической алгебры. Я, по-моему, вам уже говорил, что в замечательной книжке Сергея Ленга, которая называется «Алгебра», имеется такое упражнение. Доказать любое утверждение из гомологической алгебры. Вот. Это, так сказать, он тем самым выразил свое отношение к этой замечательной науке, причем несправедливое. Вот. Но, значит, я следую его пути, значит, я не буду доказывать никакое. Ну, что-то я все-таки буду доказывать, на самом деле. Но в основном это будет тема, которая вам будет даваться в качестве упражнения. И основной факт, который будет доказан в следующий раз, это то, что гомологические группы являются гомотопическими вариантами. Это такой очень важный фундаментальный факт, который, с одной стороны, хорош, а с другой стороны, плох. Значит, о чем он говорит? Он говорит, что гомологические группы не различают гомотопических вариантов пространства. Это очень обидно, потому что иногда мы хотим различать пространства, которые гомотопически эквивалентные и совершенно друг на друга не похожи. Например, мы иногда мы можем захотеть отличить точку от отрезка. Как это сделать? С помощью гомологической теории никак. Вот. Это обстоятельство привело к тому, что в алгебраическая топология в какой-то момент даже превратилась в гомотопическую топологию, потому что значит ничего более тонкого, чем гомотопическая эквивалентность, эта наука не видит. И отчасти поэтому так важно стало рассматривать клеточные комплексы, которые так очень, как бы с точки зрения гомотопической, представляются достаточно интересными. Вот. А кроме того, значит, можно идти дальше, чем теория гомологии. То есть искать какие-то более тонкие варианты. Кое-что об этом в этом курсе будет говориться, но очень мало. Значит, есть такие замечательные теории, там К-теория, значит, теория кабардизмов, в общем, замечательные штуки, но, так сказать, нельзя обязательно и в этом курсе это рассказывать не буду. На сегодня достаточно, значит, вам будет выдано сегодня два листочка в виде исключения. Один листочек, он, значит, касается, значит, так называемой последовательности нейровиторица, о которой немножко говорилось на упражнениях в один из предыдущих разов. И там, значит, имеется задачка с этим связанная. Второй листочек – это просто вот то, что у меня там было написано вот в этих записях. В этот раз вам представлено без изменений. Обычно Игорь Михайлович любит добавлять задачки, какие-то выбрасывать и так далее. А тут
Значит, он это не тронул, но зато нам родил такой листочек с последовательностью нейромитории. Сейчас раз, два, три, четыре, пять, через семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну, я вообще поздравляю 18, ладно, хватит.